Друзья, всем привет, с вами Сан Саныч Богомолов. Это заключительный день морской прогулки во Владивостоке. То есть вообще заключительный день во Владивостоке, потому что завтра я уезжаю в Китай, а потом в Москву, хотел сказать, в Таиланд по привычке. Вот, сейчас я нахожусь на Катерной, улица Катерная. Но какое бы еще у нее название было? Конечно же Катерная. Так, наш седьмой. Саня сказал седьмой. Кстати, ребят, Саня — это тот человек, который недавно, где-то месяц назад, сражался с акулой. Не верите? Загуглите. Напишите: подводная охота Владивосток, акула. Вот Саня с акулой сражался, она у него, акула отбирала этот, добычу. Вот Санин катерок. Вон, мост Золотой Рог. Какой план? Сейчас машину немножко перепаркую, заберу неопрен, и все, мы выходим, никого больше не ждем. Сань, ну немножко расскажи про технику свою. Техника Yamaha FR24, он же рыбак, он же прогулочный, комбинированный катер, 24 фута, мотор старенький, родной, 140 лошадиных сил. Рыбак — это тире брак? Ну, можно так сказать. Да как брак? Ну, браконьер. Браконьеры нет, они же ходят на других. Лебедки обязательно здесь стоят, как под крабовые ловушки. Краболовки, да. Да, и ходят они обычно по ночам. Ну что, на глиссер выйдем? Да, на глиссер там выйдем, только рано, за бочкой. Штраф 1000 рублей. За глиссер здесь? Да, вон там с окна смотрят в офисе. Офигеть. За глиссер 1000 рублей. О, какой приятный запах. Вот этот соли, бензина, запах двухтактника. Вот, ребят, это вот я вот про этого Саню вам рассказывал. У него канал, кстати, ссылочку я на него оставлю. Он сказал, что будет снимать как бы про вот Владивосток, Приморье, про охоту, про все это. Да. Это крайние последние два острова, не заповедные. Дальше идет уже заповедник. Мы в заповедник, естественно, идем. Ну, да. На границу. На границу. Красные скалы. Делать. И холод анчоуса пишет, да? Пацаны на Марлина пришли. Не, Леха у нас чемпион Владивостока по лакетре. Ну для видео, а хоть одну поймай. Давай, пусть для видео, скажи, поймай. Да, мы ж приехали на банку за лакедрой. Леха, если она есть и не хватает, мы ее увидим, выходы будут.
Такое часто бывает, что ее там валом стаи, а она не хватает, просто гуляет. Котлов тоже не видно. У нас весла есть. Бывает, А что они тебя пугают этим мотором? Ну, крякнет. Ну и что? А вот... Ну, я знаю. Ребятки, поверял. Короче, лакедры нет, ушла куда-то. Хотя на эхолоте показывает котлы. Ну, за этими котлами. Ой, что-то нос натер. Гоняться за этими котлами смысла нет. Тропическую рыбу сейчас какую-то видели. Саня чуть не подстрелил ее. Нет, нет рыбы. Даже сам риф не смог найти. На так я сам пытался тоже. На 18 метрах есть земля. Тут что, гребень есть, нет? Нет, нет, я шучу. Нет, свифта можно найти на камнях. Да его чистить тяжело, есть. Этого гребня. Свифта? Даже как я помню.
мешка немного взяли. Вечером сделаю обзор. Так, ребят, ну что? Вернулся с охоты. С подводной. Лакедру мы не взяли, но немного гребня взяли. Как чистить гребешок дальневосточный? У него есть вот такая выпуклая. О, у него коцка была. Шторм его прищемило чем-то. И ровненькая часть. Мы ровненькую часть берем. Он туда нож и потихонечку пятачок. Оп, мышцу срезали. Все вот эти вот железы половые. Кто любит их, не знаю. Кто-то жарит. Я тоже раньше жарил. Вот так вот раз, все. Это вот пятачок от дальневосточного гребешка. Оп. Немножко бальзамического уксуса. И давайте покажем, как япончик очистить. Тут, конечно, пятачок намного меньше. Вот это пятачки от японского гребешка. Супер маленькие. Так, ребят, теперь берем, разогреваем сливочное масло. Туда кидаем чесночок. Кто-то розмаринчик любит, кто-то лучок, а мне нравится с чесночком. И теперь берем наш гребешок, выкладываем. Это дальневосточный, это свифта вроде, а вот япончик маленький. Ну что, мои дорогие друзья, ужин готов. У нас жареный гребешок на сливочном масле, рис и морская капуста. Так. Чуть-чуть кикаманчиком. Это у нас япончик сейчас пойдет. Вкусно. Давайте сразу к дальневосточному. Чуть-чуть сойкой. Белиссимо. Не знаю, по вкусу обалденные все. Что дальневосточный, что и япончик, что свифт. Свифт тоже вкусный. Да, ребят, крупным планом он, гребешочек. Соечкой. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх. Напишите в комментариях, а вы хоть раз в жизни пробовали гребешок? Завтра еду в Китай. Напишите в комментариях, что поснимать в Китае. Друзья, всем пока-пока.